Друзья, у нас сегодня много песен, но и без танцев не обойдется, поскольку мы готовы представить вам наших замечательных гостей. Их довольно много, поскольку это студия ирландского танца «Талисман» Дворца труда и согласия, руководитель Владимир Карвась. А они сейчас нам представят танцевальную историю под названием «Happy Wheel». Настоящее счастье? В переводе с английского. Настоящее счастье. Встречайте. «Талисман». Друзья, в нашей студии, ну что ж, прекрасно. Владимир, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, вот в чем нюанс ирландских танцев? Во-первых, это красиво, а во-вторых, я просто следил внимательно за прекрасными танцорами. Я так понимаю, это немножко сродни футболу, в том смысле, что играть руками запрещено. Да, руки-то по швам. Да, мы все работаем ногами. В первую очередь это перкуссия, то есть мы работаем на ритм, чувство ритма, и, собственно, детки с 3 лет у нас начинают именно с ритмики. И с помощью степа, то есть вся концентрация на ноги для того, чтобы можно было стучать ровно, красиво, четко. Слушайте, ну это же прекрасный способ проснуться утром, вот отбивание ритма. Ты встаешь и вот начинаешь разогреваться. Дело в том, что вы вот угадали, прям в самое сердце меня поразили. Я поклонник всего ирландского. Ну там люблю напитки ирландские, группу U2 очень люблю. И ирландские танцы. Я просто видел, как это бывает по телевизору. И заметил, что там и мужчины тоже присутствуют. Как у вас с мужской составляющей коллектива? Да, они присутствуют. У нас есть несколько парней. В прошлом сезоне у нас парень выпустился, то есть закончил программу в 11 классе и получил диплом об окончании нашего коллектива. Сейчас вот поступает в институт. В какой? В танцевальный ирландский институт? Нет, у нас здесь, в Красноярске, на рекламу. Понятно. Слушайте, Владимир, мы сегодня обсуждаем тему про имена, про песни. Вы какую-нибудь песню про свое имя знаете? К сожалению, нет. А мы как это же? Давайте напомним. Глеб Жеглов и Володя Шаров. Ох, точно. За столом засиделись. Опять же про Ирландию если говорить. Вова, Чума. Вот это, в хорошем смысле слова. Ну, в хорошем смысле. Песня, конечно, хорошая, но для танцев не как она такая расслабленная. Где вы берете вот эту волшебную музыку ирландскую чудесную? Дело в том, что у нас есть и в Красноярске замечательная группа «Последний шиллинг», вместе с которыми мы делаем мероприятия. Я же знаю этих ребят. Да, собственно, и, естественно, много-много разных музыкальных сервисов. И с ней можно познакомиться 28 августа во Дворце труда и согласия. Будет день открытых дверей, на который вы можете прийти, познакомиться с нашими танцами, с нашей музыкой, которую мы с радостью покажем и научим. Понятно, вы работаете только с молодой аудиторией. Вообще, есть у вас какие-то ограничения? У нас ограничения. Хотел прийти к вам группу 28 числа для того, чтобы... Я считаю, что стоит прийти. Возрастных ограничений нет. У нас есть группы и постарше. Группа «Последний шиллинг», а у меня «Последний шанс». «Последний шанс», я только хотела сказать. Ну что, давайте прервемся. Большое спасибо, скажем, нашим гостям. Конечно, хотелось бы, чтобы это направление развивалось все шире и шире, потому что, ирландские танцы — это хорошо. Я вообще за все ирландское, как ты понимаешь. И, как говорит мой хороший знакомый, во-первых, это красиво. А во-вторых, чувство ритма, чувство прекрасного. Но это те вещи, которые надо в людях развивать, потому что... Вспомнил про Моргенштерна? Не надо, потому что есть все хорошее. Друзья, мы движемся дальше. Спасибо еще раз этим замечательным молодым людям и их преподавателю, руководителю. Ну, а у нас... Блок полезной информации. Да, конечно.